Все готово к продолжению встречи. Ну, это, знаете, такая статистика. Не может быть, что все шло только в середину и только по этим углам. Не может быть такого. Но в процентном отношении, ладно, будем придерживаться тех показателей, которые даны. Главное, что 3-0. Два брейка и своя подача. Вот этот гейм, выигранный Азаренко, окончательно, мне кажется, всякие сомнения уберет относительно итогов этой встречи. Поэтому у Шараповой просто последний шанс. Шанс последней надежды, или как хотите. Эти играет в середину корта и идет к сетке. Это какой-то нервозный теннис. Похоже, что, как ни странно, Азаренко первой удалось привести себя в чувство и поймать игру. Знаете, в середину корта и пошла к сетке. Да элементарно можно было здесь Шарапову обвести, расстрелять, там, я не знаю, верхом.